Всем привет, ребятушки, всех приветствую на своем каналчике. Так как я сейчас сижу много дома, играю, болею. Вот такая вот мышечка у меня, видите, с дракончиком здесь нарисована. И купили, в общем, принесли мне коврик такой вот на подарочек, видите. Вот так вот он выглядит. Made in China, естественно. То есть это коврики, которые мягкие, как называются. Они еще второе название у них — тряпичные. Вот. Как видите, тоже значок здесь есть такой. Вот надписи. Что хотелось бы сказать про данный, собственно, коврик. Довольно качественный он. Использую, вот распечатаю при вас распаковочку. Давайте распечатаем. Более подробно с ним ознакомимся. Значит, здесь такое, как прорезиненное покрытие. Углы, видите, чтобы не заворачивались, уже посрезаны. Раньше были просто круглые коврики. Здесь покрытие такое тряпичное. Строчки здесь нет. То есть здесь как бы выполнено вроде как под строчку. Но самой строчки нет. Но она по факту и не нужна, потому что это маркетинговый ход больше. Так, давайте сейчас я положу. Покажу вам, как это все выглядит. Будет на нише для... Вот, видите, довольно-таки большой размер. То есть все вместительно, хорошо. Вот поставили, клавиатура здесь. Есть где размахнуться. Такое, знаете, не сильно скользит. То есть до этого я играл без коврика. Естественно, уже здесь начало протираться покрытие. А с ковриком увереннее себя как-то чувствуешь. Классно, в общем. И что хотелось бы еще вкратце сказать. Если пластиковые коврики заворачиваются, там еще что-то с ними происходит, то эти самое оно. И добавлю вам, не покупайте коврик большой, то есть для клавиатуры и для мышки сразу, потому что вот такой ниши, куда вы, собственно, в компьютерном столе положите это все, это раз. Во-вторых, зачем, чтобы клавиатура стояла на коврике? Я не думаю, это лишнее. Так вот, погнал я дальше играть в танчики. Всем добра, бабла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и пишите в комментариях, какие коврики вы используете. Или используете их вообще, или просто играете на газете.